Итак, всем привет, ребятки, с вами X-Prime, и сегодня мы продолжаем прохождение Control. У нас четвертая уже часть, вот, время у нас очень пикантное, 1:20. Вот, поэтому мы в полной тишине и одиночестве будем проходить эту игрулю. Значит, мы продолжаем, так сказать, изучать локацию отдела обслуживания. Сейчас нам по заданию надо найти, точнее исследовать огни в комнате отдыха. Значит, это где-то в центре этого зала огромного. Нет, мы тут были. Посмотрим. Тут мы были. Двигаем дальше. 5 часов. Красота. Любят они ракетами стрелять. А может, это не ракеты? Непонятно, что это такое летает. Так, здесь мы не пройдем. Здесь мы тоже не пройдем. Так. Как нам посмотреть? На Г, по-моему. Миссии. Джесси узнает о другом примете силы. Лошадки из каруселей, находящиеся под комнатой отдыха. Так. Понятно. Ну, сюда, значит, да? Оу! Что-то тут моргает неприятно. Смотрите, видите, да? Что-то мне стрёмно сюда заходить. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то тут ненормально. Происходит, блин, что-то моргает. О, господи! Жесть, конечно. А это что за херня тут двигается? This place makes me nauseous. Укачивает или что это? Крепись, малыш. Не знаю, на меня такая фигня не действует. Может быть, попозже начнет, но я как бы не ощущаю их там ощущения, что. Хотя, может быть, и... Может быть, начало уточнить, если бы я в реале там находился. Волшебный карусель.
Так. Контрол уклонения. Используй уклонение для завершения испытания в астральном измерении. Ну да, конечно. Отлично. Мы теперь как настоящий джедай. Для уклонения в воздухе. Прикольно. Теперь мы вообще пользуемся джедайской силой. Как истинные джедаи. Золотые враги не восприимчивы к атакам Джесси. Ну еще дальше. Слушайте, мне хрен или кошечки. Почему не уклоняться? Да уклонение это их атак. То есть я только могу уклоняться. Понятно. Надо было просто. Теперь я должен, типа, сдать экзамен. Ёпарса, ни хрена не вижу. Чё так светло-то? Тут нифига не залезть. Очень ярко. Ничего себе. Короче, я вернулся сюда, да? Так, миссии. Прогресс, понятно. Мусор сжечь. Так, где у нас карта? Ага, вот куда надо идти. Так, тут я все посмотрел, да? Я, кстати, отключил размытие. Теперь должно быть получше. Кошмар жуткий, эти мультики. Ну, давайте мы посмотрим. Чего уж. Федеральное бюро контроля. Да. Drawing the pyramid. The what? The pyramid. What's a pyramid? A black pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Слава богу.
такие мультики, конечно, прям. Так, ящик, что там? Материал, понятно. Это я. Убирайся. Так, понятно. Очень высоко, кстати. Тут мы, в принципе, закончили нашу прошлую серию. Так, давайте до шелтера этого сбегаем. Пятый материал. Так, нам сюда. Это лифт, нам дальше немножко. Офигеть, как тут много всего. Ай, так, какие-то детали. Так, что у тебя тут интересного? Персональный мод. Давайте посмотрим. Плюс 20% восстановление здоровья. Плюс 26. У нас плюс 31. Нет. ПК. Так, а тут что у нас? Так, лошадка с карусели. Читайте, кому надо. Эриш. Вопросы безопасности. И Эриш, сбежавший персонал. Что это? ПС. Так, мультимедиа. Это мы все видели. Так, а мы, кстати, с этим мужиком уже поговорили, да? When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The
best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah, it's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. My favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? Mm-hmm. I should be going. Try to stay alive. You got a lockdown to lift. Точка контроля захвачена. Что у него за пулемет-то такой? Какой-то странный доисторический пулемет. Есть что полезное? Они спят прям тут, что ли? Серьезно? Серьезно, они тут оборону заняли. Так, мне куда-то туда надо. Иди. Ёпарс, это что происходит? О, господи. Что за какие-то новые мутлитки? Они взрываются. Ёпарс, он летит сюда. Дробовик. Офигеть, тут еще камикадзов не хватало мне. СТ какой-то трындец. Они что, будут постоянно лететь? О, блин, какая жесть, они какие-то перевернутые летают. Это просто супа, блин. Реально, я ж. Хорошо, дробовик есть. Да иди на нахер. Нафиг иди. Все.
А вы что, издеваетесь? Да, как-то жутко, блин, на самом деле. Ёпарсы-то. Гребаные ублюдки. Вот тебе и дробовик пригодился. Я-то думал, когда же его могу использовать-то, блин? Так, мы хоть туда идем? Блин, там. Опять херня. Материал. Блин, каждую новую серию, ну каждую серию, новые какие-то противники появляются. Ёпарс, это что произошло? Дай-ка угадай, наверное, где-то тут. Нет? Где эта деталь? А, вот он. Понятно. Начнется сейчас, чувствую, шоу Бонни Хилла. Блин, надо занять какое-то место хорошее. Где еще один-то? Вот он. Снизу ублюдок. Дробовик. Что будет? Да ну нафиг! Ой-ой-ой-ой-ой, блин, а! Ёпарсы-то! Отлетался. Ух, блин, жестокие они стали, эти ублюдки. Чистим зону. Способности.
Плюс 20 к здоровью. Плюс 10 энергии, плюс 10 к урону от метания. Давайте здоровье повысим. Нельзя? Мало. Блин. Давайте энергию повысим. Все, ладно. Астральные конструкции. Сконструировать вращение. Надо такое. Улучшить хватку. Не хватает мне деталей. Тамира совета. Это я уже не могу взять. Окей, ладно. А тут у нас что? Что за место? Ух ты, какая-то пещера, оказывается. Так, ну нам сейчас пока сюда, я так вам рано идти. Нам надо туда идти. Блин. Ёпарса, да. Ну, светло хотя бы. Бочка какая-то взрывоопасная. Еще одна бочка химическая. Лечь мусор вокруг очага. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe I've discovered a code Omega paranatural entity residing within the Bureau itself. Right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Я ни хера не слышу. It's a sentient force, capable of communicating. I checked, and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Добровольцев? Ни хрена себе. Он-то разговаривает. Так, давайте накормим его чем-нибудь. Раз он... By crash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? It looks like they're breaking some environmental regulations on waste disposal, but... If that's what Ati wants, ага, точно. Почки, then I'll get it done. Потом мне придется, наверное, с кем-то сражаться. Так, ищем. Ой-ой-ой-ой-ой, где эта бочка? А, вот она.
Ничего себе там, блин, мусоросжигатель, блин. Огромный просто пипец. Это дофига этих контейнеров. Вот они там внизу стоят еще. Так, надо еще где-то 2-3 бочки найти. В коробке запуталась. Я бегу в коробке. Ну пофиг, бегаем в коробке. Че, подумаешь? Ничего такого. Что ноги утонули в текстуре. Еще одна бочка. Припрятали мы. Материал. Вот она что? Нет, не она. Да где эта бочка-то? Ее явно нету. Что-то я не понял, где последняя бочка? А, вот он, спрятался. Отлично, а вот тут у нас что такое? Все какой-то фигней обросло. Так. Теперь надо туда, да? Способности. Так. Не хватает нам. Тут надо 3. Давайте вот эту. Ух ты, это что? Метайте гранаты и ракеты обратно во врагов. Прикольно. Это прикольно. Прям юный падаван становится истинным джедаем. Ёб твою, что это такое было сейчас? Мне тоже не понравился. Очень не понравился.
Дёпарс, это что такое? Кто бежит? Ой, господи, что-то происходит. Бля, это что такое? Это музыка играет или кто-то бежит? Блин, у меня ноги сейчас отнимутся, пипец. Ёб твою, блин, держите меня. В кресле, блин, главное удержаться. О, блин, муха, блин. Огонь, блин, вообще. Где ты, ублюдок? Твою мать, как ты напугал меня. Перезарядка. Откуда ты взялся? Я же. Все. Нет. О, блин, да что ж такое-то, блин? Это я порцию адреналина сейчас хватанул, блин, нормально так. Аж тапочки вспотели, блин. Жесть. Я хоть туда иду? Я когда-нибудь, блин, с ума сойду от этих надписей. Охладительные, что там было? Насосы. Broken. Go to city. Fix it fast. If the plant cause poop, we can throw the spook in the core. Окей, я тебя понял. Главное, чтобы меня не убили раньше времени. Или я сам, да. Сердечный приступ не схватил. Насосы, блин. Конечно, локация прям офигенно наполнена. Но только я не пойму, что делать-то тут. Я так понял, вот это три насоса. Раз, синий. Что за звуки-то? А, вот что, надо вставить сюда. А, ну конечно, как же тогда. Ай, да я ловил, пофиг. Вау, фак. Дайте мне что-нибудь, какую-нибудь железку.
еще есть? Еще кто-то есть, походу. Жопа, 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 жопа какая-то, блин. Я так и хотел убежать, а тут, блин, вот еще появился барьер какой-то. Дробовик. Так, где еще один насос? Это наверху, да? Окей, будем двигаться наверх. Ты мне пригодишься. Все равно не важно, чем бить. Пойдем. Катуха, сейчас заряжу. Еще одну катушку. Катушками раздача. Раздача катушек. А, получи. Катушкой порыву. Не знаю, что это такое. Но тоже, наверное, неплохо даст. Куда они бегут? Куда вы бежите, у тырки? Какая-то телега. Бесплатная раздача с тележкой. Блин, я не хочу. Это. Да внизу, походу. Я буду таскать эту тележку, пока не запущу ее в него. На, телегой. Все, отлично. Остался последний насос, да? Или нет? А, их 4 всего. Офигенно. Где еще? Это космическая батарейка, блин. О, господи, напугала какая-то. Внизу же нет насоса. Что-то плесенью обросло уже. My old enemy the Glock is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak. He got him caught with his hand in the fist. Get rid of him. Shit. What now? Понятно. Ёпарсоте. Понятно. Левантина какая-то, блин. Это что-то нарост какой-то. Просто жесть какая-то, блин.
Надо аккуратнее дальше двигаться. Не хочу, блин, заразиться какой-нибудь ветрянкой, блин. Пипец, блин. Это анальное кольцо просто, блин, фонтанирует. Пипец просто. Ах, жесть. Только посмотрите на эту хрень. Ёпарасоте, это прям какой-то Resident Evil, блин. Шаурма, короче, просроченная была у кого-то. Жестко причем. Блин, ужас какой-то. Точно жестко прям несет. Прыщи какие-то, волдыри, блин. Ой, это родительно просто. Знаете, вот стреляю по этим светящим сейчас штукам и прям напоминает прыщики, которые прям лопаются, блин. Фу. Как гадость. О, как тут все замечательно, прям. Фонтан, фонтан. Чего-то там. А прикинь, сейчас выскочит какая хренотень. О, прыщики давим. Лопни ты уже. Все, прячься. А прикинь, из этой фигни выскочи что-нибудь. Ой, слава яйцам, никаких тварей нету больше, да? То я вообще контузию схватил, наверное, бы. Если бы там еще что-то вылезло. Фу, шлепотень, блин, короче. Персональный мод. Давайте посмотрим. Энергетическая стоимость метания минус 12%. А тут что у нас? Урон плюс 15%. Темп огня. А можно тут? Давайте 15% урона возьмем. Пригодится нам. Ой, ну шлепота. Пипец. Бляха, муха, блин. Just hold together a little longer. Дай сил пройти, блин, в натуре. Еще 10 минут игрового времени. Я полезу вот здесь вот. По трубе, не хочу внизу идти. Я что-то до жути напугал от всех этих шлепаний. Так, насосы мы сделали. О, там спускается. Не, выходи оттуда. Там ходит. Куда ты идешь, ублюдок? Нас баллоном тебе зарядить. Он второго уровня чёрного. Блин, серьезный чёрт.
Блин, серьезный парень, слушайте. Есть еще кинуть еще. Он забирается сюда наверх. Ё просто дайте мне. Пусть тебе сварочным аппаратом сейчас засажу. Давай, иди сюда, где ты там лазишь? Он идет. На сварочным аппаратом. Серьезный, чё? Вот этой втулкой тебе огромной засадить. Ветром пластиковым. Отличненько. Блин, что за черт-то такое? Просто в бронежилете каком-то, блин. Вообще, блин, лютый, короче. Так, тут есть лифт. Отлично. Можно подняться. Только не перетерпеть. Ну и звуки, пипец. Не, я бы нахер, блин, не знаю, с такой работы не связывался бы. Какой-то там пистолет, там что-то еще. Да ну нафиг, блин. Лучше дома в футончик залезть. Что за звук, блин? Что происходит? На! Да ну пофиг, блин, бросьте вы. Да ну нафиг. Да ты что, издеваешься? Пиратом. Еще. Да ну нафиг. Все жестче и жестче становится, слушайте, ребят. Выпадем. Иди. А-а-а. О! Перезарядка.
Все. Слава богам, пипец. Вот это движ, блин. Лютый движ, короче, пипец. Где хоть живут-то? Proof feels a lot safer when you're around. Так, понятно. Ничего, I should be going. Но не right. Можешь сказать. You gotta lock down the lift. Так. Двигаемся. Так, что это у нас? Полки, склянки. Там ходят. Ходят, блин. Их много, а я один. Никто не хочет идти со мной, помогать мне, пипец. Всем только сделай, открой все, передай, перечини, блин. Их тут, по-моему, двое было. Ну чё, запустим тебя. Не знаю, что это, картонная коробка какая-то. Нормально. Ведром за сразу. Надо вот этого ложить. Неплохо, кстати. Они как будто и не замечают, что их не кладут. Да чё? А, это тень, блин, пипец. Я думаю, чё за фигня черная лежит. Блин, еще тебя не хватало. Надо с этим разобраться. Ой-ой-ой. Спасибо, начался, теперь могу. Чуть-чуть полегче стало на самом деле с этими вот уклонениями, хоть от ракет можно уйти. Так, нет у тебя ничего полезного. Так, нам куда-то сюда пойди, да? Да, бляха, муха. We need to fix this thing ASAP. Нужно, нужно. О, да. Да ё, парашюты. Yeah.
страшный пипец. Так. Так, ребятки, на этом мы будем закругляться сегодняшней четвертой серии. Вот, будем в следующей серии уже, я так понял, чинить энергопреобразователи. Вот, но сегодня интересно, каких-то новых мудаков. Камикадзе вы увидели, блин. Прикольно вообще. Оружие мы можем, кстати, чем-нибудь? Контрмеры совета. Забрать награду. Так, в общем, блин, ну жутко, я один раз, даже вроде два там, или два, по-моему, блин, меня аж до жути напугали, конечно. Ну все, ребятки, всем покасики, с вами был X-Prime, ждите пятой части, все.